Мотоцикл высадился, жду Кирса. Танк еду. Блин, это Кобраса вижу. Еще один. А, все. Кирсон, сорян. Танк еду. Где мой велосипед? Они Б3 уже занимают. А, ну да, тут все. Встречают. Ребят, еду на танке. Буду стоять. Встречают уже. Буду стоять. Понятно. В арке. Прошу перекрывать, смотреть с гор, где танк-хантеры. Я не смогу за всем уследить. Держать Б2, пока не подъедет танк. И никуда не рыпаться. Так, отряд СИГРА сейчас назад сдает и направо уходит в горы. А, там снайпер у них. Причем очень хорошо, так сказать. В деке снайпер или палочник? Ну, не, с карабином этот, а с гевером. Понял, понял. Очень хорошо. Прям. Отряд СИГРА назад и в горы. Обходим справа, через рез Б3. По дороге едет. Танк, подъезжаю, Б2. Да. Б2 слева кто-то обстреливает. Отряд они будут заходить с правой стороны, этот сверху. Отряд сыграет справа на горе, встречает. Слева по горе сверху. Танк на Б2. Танк, давай потихоньку вперед. Мы не депаем. Мы атаковать должны. Ну не справа, справа на горе. Да, да. Они на горе, а вот, этот, слева стороны. Слева заходит на Б2. Ребят, по мне сейчас походу работать будут. Фин, давай готовь атаку. Я не уверен. На мост справа зашли. Фин, уходи далеко, да, направо и иди. Б2-2-2, по мне танк-хантер работает. Движок снесли. Нужен ключ. Фин, готовь атаку, разжалку и... Сейчас. Я вводи. Вот. Быстро перестрелял меня. У них слева на горе разжалка должна быть Б2. Они оттуда много лезут. Набор разжалку подвожу. Деревяшку. Они все едут направо. Спасибо, кто... Разжалку далеко справа. Ребят, проезжаю в сторону... Один. Танк-хантер. Наверху один. Танк-хантер, вверх. Короче, надо бросать эту идею с танком и надо давить. Фин, собери своих людей справа, вместе, толпой. Четыре человека. Чините, я сейчас попадаю, все. Меня никто не чинит. Танк не работает. Вижу их. Все, забейте на танк. Давайте. С тыла захожу к ним. Справа два пеха. Да, вот я за ними бегу. Есть один минус. Подрубайся к обороне Б2. Б2 иначе упадет. Блин, ни хрена они просто расстреливают. Там рожалка есть. Реф 11. Немцы вчера тоже 3-0 проиграли. Так, оставить панику. Ну, пока смотрим. Пока играем, все спокойно. Они все видят. Они стрим смотрят, как бы и видят, откуда мы бежим. Мы так почему не можем, непонятно. Они внизу сейчас все. Они поехали уже на О1. Не даю. На О1? Мотоцикл проехал с двумя пехами. На Б1. Убиваю, они все по горам. Да, они стрим палят. Наш? Понятно. Да, они стрим палят. Это у кого-то за спиной враг. Кто? Хидра, я не знаю, кто это. Джунка, я не знаю, у кого-то за спиной враг. Образ, деф. Первая точка. Остальные продолжим. Б2, 1-0. Шедевр. Да. Они по стриму это все видят. Ребят, у кого какой стрим? Да не у кого, это Хейтса, у админа. А он видит наш этот, что ли? Да, он все видит, он летает. Ай, блядь. А как они будут? Ну да. Чего там нету никакого... Очень много летит на Б2 с треста. Б2 отбираем, пулемет, ребят. Пулемет уже справа от Б2. Сейчас. Давайте, не расслабляемся. Времени еще много. Занять оборону на Б2.
включите кто-нибудь стрелять. Нет, для чего не нужно. А, убили. А в лесу справа от точки бегут к вам двое. Беру МГ-42, сейчас буду в кустах лежать, отстреливать. Справа от Б2 пулемет будет. Финн, выдели три человека, пусть они на мостаке пролетят на Б3. У меня полностью отряд вот оттуда и туда. Если они будут проехать, но... Сейчас. Ребята, они все по лесам бегают. Я контролю право. Б2, прям въезд наш, въезд. Б2, ситуация. Плохо. Ребят, все на точку. Рожалка не работает. Слева от Б2 рожалка. Продолжает работать, судя по всему. От Б2, это моя рожалка продолжает работать? Жопу мне прикройте кто-нибудь, если играю. Блин, вверх моста сзади. На Б3 ты должен лететь сейчас. Я прохожу на Б3. К вам еще едут, а со стороны правой стороны получается. От стороны Б1. Меня сзади накидали. Вот они тут-то лежат. Тут-то это где? С правой стороны от Б1. Это справа получается. С этого холма. Один есть. Просто в голову раздают. А, блять, сука, ну по стриму, ну ебать. Please, everyone, go to the point. Мы здесь свои. Какие закончили? Ну там... Один не наш. Блять. Двое. Давайте все давим Б2. Они перестреливают каким-то образом. Есть, останься здесь. Я не знаю, как они это делают, перестреливают. Про мины понавтыкали, красавцы. Наши мины навтыкали, да? Я... Блять, только не заходите в дом на Б1. Я там все заминировал, нахер. Где мне сесть? В доме вообще нигде. Вот есть этот дом с разрушенной крышей, там можешь. Там у меня мин нету. У тебя, может, и нету. А, понятно. Твои-то я почему-то не вижу. Одна. Занимаем оборону этот на Б1. Так, есть мина одна взорвалась. Фин, появляйся на Истигрее. Блять, поздно уже. В камнях этот, занимайте оборону пока. Оружие ближе никто не может подвести вот эту. У меня рядом она, видишь? Справа что ты. Блять, почему у нас на карте никого? Я не могу А у меня почему-то наоборот. Вроде пинг нормальный. Да, блядь, ну это пиздец, как. Ой, господи. Ну, блядь, у нас будет атака или нет? Да как, блядь, атаку проиграть? Тихо. Я на гору пошел. Если оттуда меня снимут, значит... Справа. Тимпан. Вы зачем всю Б2 засрали мин? Б2 не я. Б1 моя. На пулемет. Хочешь? Только снял. Иду по Б1. Горам. Б1. Вы там шутите, что ли? Образ один на точку. Отбивайте Б1. 2-2 Б1. Б2. Держите, блядь, Некрасим. Забегите, пожалуйста, все на Б2. Блядь. Они стрим палят. Выходит на префайре стреляет. Это приколы какие-то, что ли? Я не знаю. Я не понимаю. Закидайте гранатами там все, внутренний дворик. Да. Блять, ну то как нахуй, да? Я не понимаю, ребят. Я следующим респом возьму танк. Они вчетвером слева стоят все. 4 ствола расстреливают одному. Отлично. Во дворе куча во дворе, в гараже играют. Сражал. И в гараже куча. Даю по голову, двоих убил, из троих.
Есть еще. Ребят, забегайте. Просто забегайте. Последний шанс. Еще с гаража обходит. Уже не обходит. Закидайте гранаты. Гараж и двор. 5-0. 5-0. Ребят, держитесь на точке. Как он пере... 2-5. Гаражи. Ребят, не забывайте, у нас существует десант. Да какой нахер десант? Ну, мы ни разу за бой не использовали десант. Есть шанс, что они тупо забыли. Нам тут добиться бы. Нет. Вы забежать не можете, да? Я понял. Хорошо, СМЕРШ, отдыхайте. Все. Сколько нас всего тут? А, тут половина СМЕРШа, я понял. Тут хорошо. Хорошо, давайте... Стакфина, идите отдыхайте. Стакфина, отдыхайте. Сейчас играет Грей. Мы играли два, и они один. Адамка уже вышел, да? Да. А, поляки вышли полностью. Значит, будем 8-8 играть. Своими силами. Привет, GG. Сейчас будем делать, чтобы раунд 3.